Их названия так же экзотичны, как и они сами. Скалярии, цихлиды, буртонии. Их дарят аквариумистам в нашей стране река Амур, реки и озера Африки, Малайзии, Южной Америки. Из истории мы знаем, что первым аквариумистом был житель города Эй Римской империи II века нашей эры, оратор Люциус Апулей. История любительского аквариума в России началась в 1856 году, а в последние годы XIX века возникли одновременно Московское и Петербургское общество аквариумистов. Сегодня тысячи людей увлекаются разведением рыб в домашних условиях. На этой выставке экспонаты Московского городского клуба аквариумистов, Дворца пионеров, клуба «Нептун» завода «Серп и молот» и Московского зоопарка, отметившего недавно 70-летие своего павильона «Аквариум». Здесь огромное разнообразие рыб. Обязательное для таких выставок гуппи, с которой, кстати, начинается каждый аквариумист, знакомая всем золотая разновидность карася, новая для нас рыбка, открытая лишь в 1973 году в Новой Гвинее, глоссолепис, и, наконец, почти сенсация – пресноводная камбала. Впервые мы видим ее в аквариуме. Это заслуга селекционеров. Надо сказать, что аквариумисты ведут большую работу по селекции рыб, и здесь, на выставке, немало тому примеров.